Они украли его. Утащили, увезли, сперли. У меня больше нет доступа к нему. Я не знаю, что делать. Время остановилось. Нормуль? Революционер. Все. Это роскошно. Пора открывать шампанское. Такой реакции ждали вы, жалкие воришки. Я спешу вас огорчить. У вас ничего не получится. Все у нас получится. Вы можете украсть канал «Мой протест», но вы никогда не сможете украсть наш протест. Дорогие друзья, все те, кто меня узнал, вы сейчас смотрите этот ролик на других каналах, других блогеров, потому что у меня нет доступа к моему каналу. Его украли, взломали мой Google аккаунт и перевели мой канал на себя. Жалкие жулики. Как говорится, жареный петух начал вить гнездо около его, так сказать, ягодиц. И поэтому, если там будет происходить какая-то дичь, там выложат какое-нибудь индийское порно с лошадями или еще с чем-то. Звенящая пошлость. Вы будете в курсе, что произошло. Таким же сволочным образом утащили канал и у Лехи Кочегара, блогер из Читы. Сверхдержава, бля. Туалет охуенно найдешь, на. Я обратился в техподдержку и будем надеяться, что ситуация разрешится, но, если честно, я думаю, что шансы 50 на 50. С праздником! У меня нет другого способа, как через других блогеров связаться с вами и рассказать об этой ситуации. Поэтому, чтобы быть в курсе дальнейшего развития ситуации, я прошу вас, кому это, конечно, интересно, пройдите и подпишитесь на мою группу ВКонтакте, на Инстаграм, куда угодно. Но там я постараюсь держать вас в курсе, потому что доступа на канал «Мой протест» у меня нет. Друзья, огромное спасибо всем за поддержку и надеюсь, скоро увидимся.